информация для любознательных. Существуют разные точки зрения на вопрос, что такое деепричастие. Одни ученые считают, что это самостоятельная часть речи, так как образована от других самостоятельных частей речи. А другие считают, что деепричастие – это особая форма глагола, так как имеет большей частью глагольные признаки. То есть в различных учебниках мы можем увидеть разные определения, что такое деепричастие.